Победные марши и военные мелодии в исполнении духового оркестра «Подмосковные вечера» прямо во дворах жилых домов. В Одинцове адресно поздравили с праздником Победы ветеранов Великой Отечественной войны. А также передали подарки от администрации и теплые слова от главы муниципалитета и губернатора Подмосковья. Здравия желаю вам. Спасибо, что запомнили, помните. Николай Орлов 15 лет ушел на фронт, был партизаном, малолетним узником немецкого концлагеря, а 9 мая ветерану исполнилось 97 лет. Николай Сурков также мальчишкой попал на войну и прошел все ее тяготы до самой победы. День Победы для ветеранов – святой праздник. Они ждут его, всегда сердечно благодарят за поздравления и желают в ответ то, чему знают настоящую цену. Желаю, чтобы было все добро. Счастья всем. Дай Бог, как говорят, всем быть здоровыми. Праздник для ветеранов, а радость для всех. Во дворах собралось по несколько десятков прохожих и жителей домов. Взрослые хором подпевали известные песни, а детвора хлопала в ладоши. Это день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».